гости. Вообще, симпатичная, молодая, красивая. Вечер удался у нас сегодня. Давай напомним лучшие позиции прошлой недели по результатам голосования всей страны. 5-я позиция, чай вдвоем. Ты не одна. На 4-й строчке Света Светикова, не вдвоем. У нее вчера был день рождения, Света. Мы поздравляем. Третье место. Корни, 25-й этаж. Второе место. А-студио с композицией «Улетаю». Они уступили впервые за последние 6 недель. И первое место. Рефлекс. Танцы. Да, вот такое. У нас сегодня будут танцы. Сегодня будут танцы, сегодня будем выпивать, улетать, все будет. Ура. Фабрика. Сегодня конкуренты. Лолита пошлет всех на Ираклий. А также сюрприз от Димы Билана. И, конечно же, глюкоза. Юра, 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 ты такая... Сегодня должны голосовать абсолютно все Юры. Так что кто... Все Юры, все поклонники глюкозы должны приготовиться. Но пока напомню, что работает интернет www.1tv.ru/thegame. Пишите нам, как вы собираетесь отметить День матери, воскресенье. Как маму вы можете поздравить, прислать свой домашний телефон, мы вам перезвоним. Готовьтесь, мы будем разыгрывать билеты на самые яркие музыкальные события предстоящей недели. Все это впереди. Ну а пока письмо от Татьяны, город Сокол, Вологодская область, улица Строителей, дом 4, квартира 7. Таня без ума от дуэта «Чай вдвоем». Она пишет, что она любит Дениса. Ну, ты знаешь, Татьяну можно понять. Два таких замечательных красавца. Но кто-то сегодня не один, но мы с тобой сегодня точно вдвоем. Мы сегодня вдвоем. 3 минуты, «Чай вдвоем». Что нужно делать? Поехали. Правильно. Поехали. 3 минуты. Мотор. Ты не одна. 17538 звонков за 3 минуты, друзья мои. Ну и сегодня объявлено о самых-самых богатых теннисистках нашей страны. В списке 2005 года. На второй позиции в этом рейтинге Мария Шарапова. На 7-м месте Елена Дементьева, Надежда Петрова и Светлана Кузнецова. 4 самых богатых теннисистки мира. Сможет ли глюкоза быть самой богатой по числу голосов сегодня? Все зависит только от вас. Юры всей центральной европейской части страны. Мы просим вас сейчас взять телефоны в руки и проголосовать за глюкозу. У вас есть 3 минуты. Телефонные линии открыты. Звонок бесплатный. Вы платите только за междугороднее соединение. Юра, поехали!
здесь буквально подойдет. А я надеюсь, что за глюкозу голосовала Ольга Борисовна Сокол. Ей 14 лет, из города Санкт-Петербурга, с проспекта Луначарского, дом 80. Она мечтает, мечтает петь с глюкозой. Ну что, посмотрим. Давайте посмотрим на результат. И, внимание, 28 940 голосов! Ура! Андрей, Андрей! Отлично, ну отлично! То, что у меня, это все не важно. Понимаешь, по сравнению с тобой. Совсем Почему? Недавно, Москва, внимание, Андрей у нас получил теки. Так давайте же все вместе его поздравим! Ты решила? Я решила, делала. Все, Тэффи получил. Клопушкой в лицо, спасибо. Все, самое главное уже взято, Андрей. Боже, спасибо, ребята, спасибо огромное. Спасибо. Ух, хорошо, что очки спасли просто. Ух. Ем. Так, фу, держи. Оля мечтает, любит тебя, дала телефон, ждет звонка. А кого любит Дима Билан? Кого любит Дима Билан, это большой вопрос. Я знаю, кого любит Элтон Джон. Он объявил свадьбу. 21 декабря Элтон Джон объявил, что наконец он подтвердит свой брак. Именно с этого числа в Великобритании разрешены однополые браки. И думаете, где состоится свадьба, сообщает информационное агентство несколько часов назад. Элтон Джон будет жениться в Константиновском дворце под Петербургом. Представляете? Куда катится мир вообще, представляете? Дима Билан вообще в фаворе. Ты слышала, да? Как хотел он. Он за кулисами. Попасть на свадьбу к Элтону Джону. Я не знаю. Во всяком случае, квартира за 2 миллиона, поклонницы, вообще жизнь в шоколаде, тоже принцесса. Все дорого и богато. Дима, это что, звездная болезнь? Объясни нам. Объясни вот нам, глюкоза здесь. Ты нас слышишь? Он за кулисами. Так нельзя. Дима. Я не понимаю, на что вы намекаете. Я что, себя как-то неадекватно веду? Или я... Получишь, мало получишь. Интересно. Все хотели и мало получили. Но я смотрю, неплохая цифра. Неплохая у Димы Билана. 26 282 звонка. Видно, очень хотел. Видно, очень хотел. Слушай, но интернет разрывается. Кто такой Юра? Все спрашивают. Кто это? Юра Николаев? Юра Гагарин? Да никто. Он знает. Кто? Или Юрий Лужков? Он знает. Он знает? Он знает. Юра, ты слышишь? Ты знаешь. А вот группа «Фабрика» ничего не знает, понимаешь? Потому что они и пели песни про Юра. Но они поют песни про то, что они хотят выйти замуж за олигарха. Понимаешь, нет, вот их мечта. Это не виноватая я, это уже вот где-то я слышала, вот не виноватая. Да, это... Это уже, по-моему, было. Это Светлана Светличная. Дежавю. Да. Юра Никулин, кстати, это вот из той серии. Сегодня проведен опрос среди, скажем так, интернет-пользователей. И оказывается, что 18% россиян, каждый пятый, видит быстрый способ разбогатеть через брак с состоятельным человеком. Ты считаешь это так? Я считаю, что самое быстрое разбогатеть – это пойти работать. Друзья мои, не спать, всем работать и голосовать. Группа «Фабрика» – не виноватая я! Поехали! Он сам пришел. Юра, звоним. Пам-парам-пам-пам. А Андрей, что есть? Какой у меня животный? Нет собаки. Скажи, у тебя ни щенков нет случайно? Есть. Да, на рекламе я тебе скажу. Все организуешь. Ты знаешь, вот, например, девочек волнует, как выйти замуж за олигарха, а в Самаре сегодня проходил митинг «Нет комендантскому часу». Там, если ты не достиг 14-летнего возраста, нельзя выходить на улицу после 10 вечера. Кошмар. Ты считаешь... А мы тут о каком-то замужестве, люди. Какое да. замужество? Да, здесь да. такие глобальные проблемы. И сейчас я хочу... Письмо Козлове, Денису сказать огромное спасибо. Он из города Выкла. Поблагодарить его за это замечательное письмо. Пожелать ему счастья, здоровья. Вот такой хороший, красивый мальчик. Если он нас сейчас смотрит, мы его тебя очень сильно любим. А у меня есть два билета. Пам-парам-пам-пам. Билета? У тебя два билета? Нет, давай я результаты по фабрике быстренько, и я тебе расскажу про билеты. Ну что у нас с фабрикой? У нас у фабрики 23 208 голосов. Ну, план выполнен. Друзья мои, следующая неделя. Три главных события Первого канала. Второе число. Золотой граммофон в Кремле. Третье число. Старые песни о главном. Четвертое число. Новые песни о главном. Господи. И у вас есть уникальный шанс во время рекламных паузы получить два билета на старые песни о главном. Ребята, вы знаете, если честно, я тоже участвую, потому что я тоже очень хочу пойти. Код Москвы 8-095. Телефон 615
12:48. Первый, кто дозвонится, получит билеты. Мы узнаем, кто это после рекламы. Держите себя в руках! 9 минут с начала часа. Золотой граммофон, часть вторая. Глюкоза, наш специальный гость сегодня. И самое главное, без чего никогда, наверное, граммофон не сможет состояться. Андрюш, это ты. Поцелуемся. Спасибо тебе большое. Несколько сообщений у нас. Простите, самое главное, билеты. Боже, где билеты? Билеты вот там, я забыл билеты их уже. Билеты уже у меня, ребята, уже у тебя. Нет, уже у меня. Билеты достанутся Елене Тимошенко из Москвы, 24 года. Фамилия серьезная. Международный институт экономики и права. Она у нас на линии, на связи. Лена, привет! Здравствуйте! Скажите, какое отношение вы имеете к Юле Тимошенко? Здравствуйте, никакого. Никакого? И косы у вас нет? Нет. Нет. Елена, вообще, кого вы любите в граммофоне? За кого голосуете сегодня? Сегодня голосую за группу «Чай вдвоем», а вообще большая поклонница Валерия Меладзе. Вот так. Ну, Валерия Меладзе у нас сегодня нет. Но «Чай вдвоем» вы увидите, конечно. У вас от билеты. На следующей неделе вы получите их в прямом эфире здесь, на «Золотом граммофоне». Мы вас пригласим. Да. Тоже не вдвоем. Но не чай. Песня посвящается жителю города Бивердэм в Канаде, который сегодня связал себя узами брака с кленовым деревом, которое растет в саду его лучшего друга. Он говорит так: «Я только что развелся и был свободен, если не сказать одинок. Я беседовал со своим другом у него во дворе, когда вдруг увидел этот роскошный клен с прекрасной фигурой. Когда рядом никого не было, я забрался на ее соблазнительную манящую развилку, меня будто поразило током. С тех пор я сам не свой. Это была любовь с первого взгляда. Свою избранницу он окрестил вот Кларис». Вот так, Андрей, а ты говоришь. Ты слышишь, что делают что люди? Что здесь вообще происходит? Света Светикова, не вдвоем. Три минуты, голосуй. Ой, да мы здесь вдвоем, и нам хорошо, да, и нам точки, хорошо, у нас восклицательные знаки пьем, сегодня. Мы веселимся, танцуем. И читаем ваши сообщения. Наталья из Москвы поздравляет Назарову Ольгу, сестру, с юбилеем, любит, помнит, обожает. Яна Клепицкая из города Городок, такой есть, это не программа, передает привет Вите Симоновой, своей подруге. А Денис из станицы Староминской, с днем рождения Наталью Ивановну Лешко. Но мы можем, хочу поздравить еще одного человека, он отмечает день рождения сегодня. Это Сережа Архипов, генеральный директор Русского радио. С днем рождения, я присоединяюсь. Сережа, ко всем поздравлениям, желаем каплю счастья. Абсента выпьем здоровья за вас позже. Да. Боже, в состоянии агонии даже выбросил письмо. Подожди, объявляй пока. Конверт где? Сейчас. Вот. У нас 19 866 голосов у Светы Светиковой. Молодец, ты все держишь в своих руках. Глюкозу, ведущая. А вот конверт, покажите, вот какие конверты присылают девочки сюда. Держи, вот крупно. Красота. Посмотри, вот красота. Розовый конверт. И что она пишет? Что она пишет? Это красавица наша. Она это а Оля. А тут смотри, все. Оля Филиппова из поселка Тракторный, Мордовии. Пишет: «Моя душа взлетает от счастья выше 25 этажа, когда я вижу и слышу моих обожаемых корнят». Оля, взлетаем на 25 этаж! Андрей, я хочу перед тобой извиниться. Что такое? Я тебя когда поздравляла, я тебе испортила очки. Вот перед всеми! Да, говорю, что завтра утром пойду и буду искать лечение. Все нормально, все хорошо. Ты пришла и... 22 538 голосов. Ну вот хоть корни. Хоть корни нас... Нет, вот кто должен извиниться перед нами, если честно, то это Сергей Степашин. Он сегодня в Новосибирске такое заявил, что... Послушайте, Лолита сейчас выйдет. Но то, что сказал сегодня Сергей Степашин, меня расстроило, и я не могу успокоиться целый день. Сегодня там было заседание правления Российского книжного союза. И вот что сказал Сергей Степашин, цитата. «Вечером, после программы «Время», выключайте телевизор. Все равно больше ничего приличного вы в нем не увидите. Читайте книги». А как же? А «Золотой граммофон»? Да вообще, выключайте телевизор. Как можно выключать? А граммофон, а фильмы, а сериалы? Не слушайте Степашина, потому что когда радость, когда развлечение, это всегда хорошо. И пошлем его. Лолита, пошлем его на 3 минуты. Телефонные линии открыты. Песня «Глюкоза» уже переоделась. Вау, вот я это. Я послала свой костюм, да, на пик первый.
Да, и браво. Решила приняться за второй. Браво, браво, браво. Сегодня была, правда, еще одна пресс-конференция. Александр Лукашенко, президент Беларуси, признался на ней, что он иногда употребляет нецензурную лексику в общении с подчиненными. Ты знаешь, я даже вот слышала одно интервью. Он сказал так: я как перетрахиваю Украину, так и буду. Лолита, 20588 голосов. Да-да-да. Ну что, сейчас у нас еще одна рекламная пауза, но прежде еще два билета к новой песне о главном теперь. И все вместе мы сейчас сделаем отсчет. Код Москвы 8095 615 1248. 5, 4, 3, 2, 1. Звоним! Реклама! Увидимся! Граммы. Кондитерское объединение «Сладко». На Первом канале 30 минут на часах студии и специальный гость этой ночи – глюкоза. Надеюсь, эта ночь обещает быть жаркой. В этой части программы мы танцуем, выпиваем и улетаем. И поем. И поем. И поем обязательно. Игорь Бондаренко, 32 года, сервис-менеджер у нас на связи. Именно он первым дозвонился, чтобы получить два билета на новые песни о главном. О, Игорек, ты нас слышишь? Да, очень хорошо слышу. Привет. Чем занимаешься? 32 года, малыш. Почему не спишь? Очень хотел получить билеты и Игорь, попасть на этот концерт. 4 декабря. Может, все-таки они вам не нужны, билеты-то? Глюкоза готов взять тебя с собой. Вау. Правда? Да. Все, тогда идем вместе. Договорились. Значит, 4 декабря, начало 18 часов. Кремль с глюкозой. Вы идете, билеты получишь в следующий раз здесь, в прямом эфире, в программе «Золотой граммофон». Приготовься прийти, Игорек. Ура. Ура. Ну, а сейчас? Сейчас у нас будут танцы. Прежде у нас некий Катковский из Москвы пишет следующее сообщение. Семицветик, четырежды мать моих детей. Поздравляю тебя с профессиональным праздником, Днем Матери. Будь счастлива. А Эмма Салимова приглашает всех на танцы. Все, кто меня знает, завтра гуляем в ресторане. Эмма, конечно. Танцы! Ну, а мы гуляем на золотом граммофоне вместе с группой «Рефлекс». Поехали, танцы, танцуем, поддержим девчонок. Танцы, танцы, танцы. Танцы тут покруче будут. 22 681 голос. Вместе с нами танцевали. Слушайте, просто письмо века трагическое. Поселок Комсомольский, Данилова Аня, Мордовия, второй микрорайон. И она 11 класс, хочет познакомиться с Ираклием. Так. Не могла достать телефон, в интернете ничего не получается. И подумала, что все, счастья ей нет. И спрыгнула с 5-го этажа дома. Потому что она готова была спрыгнуть с 20-го этажа, но выше в нашем поселке не строят. Слава богу. Словом, позвоночник, три ребра, она инвалид, но и понимает, что Ираклию я не нужна, но мечтаю. Теперь жалею, что не написала Андрей, раньше. Андрей, ну что, ну почему? Ну почему ну, Аня, трудно? Скажи, почему ты не написала Анечка, раньше? Анечка, вы, ну, пожалуйста, поправляйтесь и ни в коем случае не переживайте. Мы вам всех телефоны дадим, правильно, Андрей? Конечно, мы передадим письмо Ираклию. Девочки, не делайте таких поступков. Пишите к нам программу, мы все организуем. Берегите давай, себя. Давай выпьем за Аню на здоровье. Давай. По абсентику, давай. По капле абсента. Ираклий, 3 минуты, поддержим. Ну его колбасит, его явно, смотри, знаешь, глюки у парня вообще. Я не знаю, сможет ли выпить 3 капли абсента Ираклий, но знаю, что Ираклий точно сможет выпить целый рог вина. Вот это да, вот это парень. Настоящий грузинский парень. 16 879 звонков. Точно таких же, как они. Проголосовали только за кого-то. Но сегодня, похоже, не день Ираклия. Похоже, ему придется попрощаться с такими цифрами, с горячей пятеркой и улететь далеко. А студио, Кэти готова выйти сейчас на сцену. Мне очень нравится. Вот посмотрим, нравится. Смогут ли они побить «Рефлекс», «Корни» и «Лолиту». 3 минуты. Это ночь на Первом канале. Да, мы сейчас тоже улетим из эфира, если не объявим, где цифры. Где цифры по 25 544 голоса. Сейчас на канале что? 3-4. Реклама. Ну что, золотой граммофон, финал и прежний подарок глюкозе от нашего спонсора кондитерского объединения «Сладко». Представляет коллекцию ярких вкусов конфет ассорти и шоколада «Сладко». «Сладко» в сердце каждого и теперь в сердце глюкозы. Держи. Спасибо большое, Андрюша. Спасибо, «Сладко». Спасибо. Ну и теперь горячая десятка недели. 10-я позиция. Чай вдвоем. Ты не одна. 26 606 голосов. На 9-й строчке у нас Ираклий. Капля абсента. 27 602 голоса.
Восьмая строчка. Это Света Светикова. «Не вдвоем». 31 760 голосов. Седьмая строчка. Послала всех, но все-таки 34 622 голоса. Лолита «Без комплексов». Понедельник. Сенсационная программа. Шестое место. «Корни». 25 этаж. 37 870 звонков. Пятое место. «Пятерка». Не виновата я, Андрей. Но тут 39 115 голосов. На четвертой позиции «Рефлекс», «Танцы». О, они были вторыми везде. 39 877 звонков. «Бронза», третье место. Вау. Как хотела я. 40 314 голосов. Дима Билан. Второе место. «Глюкоза», Юра. Ура. 43 169 голосов. И первое место. Слушайте «Русское радио» все на следующей неделе на самые яркие проекты Первого канала. Второе число – «Золотой граммофон в Кремле». Третье число – «Старые песни о главном». Четвертое число – «Новые песни о главном». Спешите в кассу, если еще есть билеты. Ну, до новых встреч! Ты лучше! Ким Бессенджер сейчас продолжит эфир. После «Глюкозы» мы разогрели. Идем!